Мы сейчас в районе Хастабаш. Новый проект. Название еще не придумали. Отличный болдеринг в тени. Старт с двух пассивок. Уход вправо через полку. Самое сложное — взять полку, вылаз наверх. Болдеринг в тени. Это большой плюс. Общение с народом. Я даже не знаю, что брать, все скользко. Я тут играю с Пэт. Это с места? Да. Сейчас еще раз. Каюськи. Сейчас с нее еще движение. Так, допустим, решили. Куда ты будешь делать движение? Ты просто... Надо полами перейти, это уже движение. Ты просто тут... Да, я не смогу так снять.